Сегодня в 9-м Московском апелляционном суде пройдет рассмотрение жалобы на арест активов акционерной финансовой корпорации «Система» и ее дочерней структуры «Система Инвест». Напомню, еще в июне в рамках обеспечительных мер арестованы 31% акций МТС, 100% акций МедСи и почти 90,5% акций БСК. В сентябре арбитражный суд Москвы отклонил из компании и дочернего предприятия «Система Инвест» на действие судебного пристава-исполнителя. Суд оставил в силе запрет на получение финансовой компании дивидендов на арестованные по иску Роснефти акции.